всем привет! Эти подоконники не дают мне покоя. И все из-за того, что у меня здесь, наверное, цветы. Но этот способ, который я вам сегодня покажу, можно использовать также после ремонта, когда у вас прям вот прям-прям ничем не убрать. И это средство готовится из самых доступных продуктов. Есть они в каждом доме. Все сегодня вам покажу. Нужна обычная пищевая сода. Также я использую зубную пасту и перекись водорода. Все очень просто. Все беру по одной столовой ложке. Тут у меня убирать не так много. Если у вас большие площади, то берите побольше ингредиентов. То есть не одну столовую ложку, а две столовые ложки. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Перемешиваем. И наносим на те места, которые нужно убрать. Смотрите, вот эти пятна, это, я не знаю, застарелые достаточно давно. Все, у меня руки не доходили. Но они практически сразу, как только вы наносите это средство, немножечко втираем, и они начинают уходить. Если прям слишком сильно-сильно застарелый, то можно оставить минут на 10-15, чтобы средство поработало. Очень хорошо оно работает в данном сочетании. Ну и все, после того, как средство поработало, можно еще использовать губку, если пятна остались, имеется в виду. Если нет, то просто берем салфетку и убираем это средство. И как видите, подоконники становятся намного светлее, они отбеливаются, и все ненужные там пятна какие-то, следы от горшков, от, как, если был ремонт, от ремонта, удаляются на раз, два, три. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, знали ли вы про этот способ. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.